Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал в гостях у Павловны. Сегодня все справляют, православные христиане справляют Рождество Христово. Мы тоже не исключение. Сегодня на обед приедут ребятишки, дети с внуками, и поэтому накрываю небольшой такой стол. Решила салаты этот раз, вчера сказала, салаты делать никакие не буду, потому что мы уже наелись. Что я буду показывать, что я готовлю, уносить туда на стол, чтобы никому не мешать там. Поэтапно буду показывать, что сегодня я готовлю. Вот сейчас я сделала бутерброды, которые мы любим. Вот, допустим, вот сделала помидоры с сыром, с чесноком и с помидоркой на обжаренном багете. И еще сделала вот такие бутербродики небольшие. Это на черном хлебушке. Обычно я люблю на бородинском, но бородинского не было. Поэтому купила славянский такой черный хлеб. Я его поджарила, чесночком натерла, чуть-чуть майонезика, соленый огурчик и шпротинка. Обожаю. Возможно, я их одна буду есть, но я очень давно хочу таких бутербродов. Очень давно. Поэтому немного их сделала. Понравится, добавлю еще. Сейчас это блюдо я унесу и покажу следующее. Следующее показываю блюдо. Я пожарила филеечку курочки, как обычно я жарю, в яйце и в панировочный сухарь. В этот раз не в хлопья кукурузные, а в панировочный сухарь. Такая небольшая мясная нарезка, бекончик у меня был, и свежий огурчик. Значит, это у меня пойдет сейчас на стол. Сделала к этому филеечке майонез с чесноком и кетчуп. Поставлю тоже рядом. Унесу сладости и фрукты. И займемся следующим блюдом. Следующее блюдо, которое я буду готовить, сейчас я в духовочку. Это у меня рыбка форель. Я ее посолила. Приправы для рыбы добавила, помидорка сверху, лимонным соком полила. Сейчас сверху сыр и в духовочку. И поставила отвариваться четвертинками, четвертинками картошечка. Я ее до полуготовности, а потом маслице растительное, солью водичку с маслицем растительным, чесночок добавлю. И тоже это все маленько в духовочку на какое-то время. Так, все, пошла ставить в духовочку. Вот такую рыбку. Сейчас поставлю ее в духовку разогретую. Следующее блюдо, которое я хочу показать вам, как, что я с него буду делать. Это у меня будут шампиньоны, фаршированные шампиньоны. Я сейчас удалю ножки. Почищу все от пленочек. Вот эту тоже верхнюю снимаю шкурку. У меня есть фарш куриный, отваренный. И через мясорубку прокрученный. Лучок поджарю. И ножки порежу вот это мелконько. И вместе с лучком, с фаршем все пожарю. Но буду заниматься своими делами. Еще я сейчас пойду поставлю белые грибочки на стол. Свои, сами собирали, сама мариновала. Очень вкусные грибочки. Очистила я шампиньончики. Сейчас фарш. Так, нарезала еще грибочки, эти ножки от шампиньонов. Сейчас все с луком пережарю, добавлю фарш, сыр. Будет у меня сыр сверху шампиньончиков. Вот потом я покажу. Сейчас у меня рыбка уже готовится. Рыбку буду доставать и туда ставить шампиньоны. Фарш приготовила. Ножки я, как говорила, что уже обжарила. С фаршиком посолила, поперчила. Лучок. И буду сейчас фаршировать вот эти шляпки. Они так, шампиньоны быстро темнеют. Обычно беленькие бывают. Сверху сыром, конечно, потертым. И в духовочку. Посмотрю, сыр расплавится немножко. Шапочкой такой сделается. Приятной такой корочкой. И все.
Вот такая вкуснятина у нас будет. Вот нафаршировала я грибочки, положила в противень такой круглый у меня. И сейчас сыром сверху каждый шампиньончик сыром. Так, показать, чтобы видно было. Я один раз делала фарш сырой в шампиньоны. Таким же образом тоже. Мне понравилось, но этот раз что-то посмотрела, многие пережаривают фарш. Попробовала, решила, и я так это попробую, как что получится. Я уже сказала, что много не наготавливаю. Салаты исключила, потому что уже наелись салатов. А вот решила немножко, если что, у меня есть и пельмени, вы знаете. Еще у меня же колбаска. Сейчас поджарю ее колбаску. У меня же еще колбаска, я доставала из морозилки. И у меня будет своя домашняя жареная колбаска. Все, это пошла в духовку ставить. Все, приготовилась рыбка у меня. Я ее выложила. Хотела сначала с картошечкой ее сделать. Но картошка у меня варится. Я решила, что картошку подам с колбасой. Картошку вниз, а сверху жареная колбаса. Пропитается картошечка, будет очень вкусно. Ну все, пошла еще одно блюдо ставить на стол. Все, шампиньоны запеклись, но маленько я проворонила. Ну, пусть такая румяная шапочка будет из шампиньонов. Все, осталось у меня колбаса сейчас дойдет, и картошку в духовку поставлю. Вот хочу показать, приготовила я колбаски домашние жареные. У меня на канале они будут чуть позднее. Я думала, что мы поедем на горы кататься, но Роспотребнадзор запретил такие мероприятия. И поэтому думала, на мангале мы их пожарим. Вот такое блюдо горяченькое у нас. Картошка ломтиками с чесночком и колбаска своя домашняя. Ну вот, все, все практически я приготовила. Сейчас будем садиться за стол. К чаю у нас есть вот имбирное печенье, мне подарили. Заварим свежий хороший чай, такой тоже подарочек. И у меня постряпан еще пирог с мандаринами. Но это будет совсем другая история. На канале я его покажу вам. А сейчас всех снова поздравляю с Рождеством. Всем здоровья, счастья, а самое главное, здоровья. Пока-пока!